Добро пожаловать, друзья, на прохождение игры Трансформеры Angry Birds. С вами, как всегда, доцент, и мы продолжаем. Событие Сидшторма продолжается. Это не может не радовать, а значит, мы сможем собрать еще больше золота. И также мы сможем собрать здесь сундучки. И пока в комментариях, так сказать, выясняется, турели это или шагоходы. Твердый почему-то или не твердый, но так или иначе, убежденностью некоторых, что комментарии я почему-то не прочитаю, хотя я неоднократно говорил, что я их прочитываю. Мы, собственно, продолжим открывать сундуки. Будем теперь, значит, так сказать, делать ставку на финансовую составляющую в данных сражениях. Потому что щиты, это, конечно, классно, но надо все-таки стремиться как можно больше золота собрать. И зеленых кристаллов. Хочется прокачать все-таки до конца склад, чтобы все было хорошо. Так. Ну, в принципе, здесь вот можно попробовать кристалл собрать. Но это ладно, что у нас здесь? Меня вот это вот интересует. За 25 тысяч можно попробовать снова пройти. Искристый забег я непременно попробую. Сдаваться я не намерен. Сначала нам необходимо... Так, ну у него здоровье-то восстановлено. Может быть, чего-нибудь добавить? Но тут надо 10 кристаллов. Так у нас... Стойте, у нас что, максимум? Погодите. Во дела. Да ясно, что здесь. Так, открываем лабораторию. О, так у нас 32 аж этих. Ничего себе. Так. Ну, создаем. Кристалл дайте зеленый. Отлично. Отличненько. Но можно, в принципе, еще жахнуть. Давайте, понасоздаем. Мне надо там всего еще это... Всего ничего. Сколько там надо-то? Один кристалл здесь. Ну, давайте потратим. Потом потратим белые. И, в принципе, все должно быть замечательно. И... Здорово. И... Ну... Ну давайте так, что ли, хотя 8... Нет, давайте пятерик сюда. Ага. Вот. Но мне тогда не хватит на искристый забег. Ладно, давайте искристый забег рискнем. Так, что у нас тут мы собираем? Жалко, что искристый забег не свиньями оплачивается, поэтому... так сказать, поражение на искристом забеге, а оно может быть только по одной причине, по причине турелей-шагоходов. Сейчас опять в комментариях, да это, турели это не шагоходы, турели. Тогда в Звездных войнах, когда на ход нападали имперские шагоходы, там Ат-Ат и на Эндоре, надо, чтобы они орали, турели нападают. Ну да ладно. Так, суть это дело не меняет, твари эти чертовски опасные. На двух ногах, с турелями, без турелей, с шагами без шагов, с ногами без. Но поражение от их это всегда неприятно. Поэтому 35 уровень, 25 тысяч золота и погнали. В бой! Пошла жара! Сейчас еще самое главное, чтобы все это дело не вылетело, как это обычно делает, когда... Фатальный, так сказать, получает звездюль наш супер. И самое главное, чтобы на него кепку не нацепили. Ближе к финалу. Когда ничего не было видно. Так. Отлично. Все. Ну, ждем. По крайней мере, гребень прокачан, это не может не радовать, но, так сказать, надо быть готовым ко всему. Ну,
Отлично. Причем, касательно спецмиссии, которая сейчас происходит, события... так сказать, там, оказывается, имеет место быть фракционная принадлежность. Ну и при этом тоже у всех как-то со сбоями, как я понял. Но это, в принципе, нормальное распространенное явление. Это все мне напоминает, как игра в Обливон по сети кооператив мод, где каждый жил во своей вселенной. Что-то типа этого. Так и Angry Birds, по всей видимости. Бам! Нормально. Ну, половина, в принципе, есть. Любуемся коленками. Где Айрон Хэт, когда он так... Это оператор, наверное, Айрон Хэт. Он особенно акцентировал внимание на коленке. Я так и... Я понял, кто у нас в пещере перехватывает камеру. Это Айрон Хэт, по-любому. И... Он если бы снимал там про животных, типа, а-ля, не знаю, Wild Life, дикая природа, все дела, там, был бы оператором, он там акцентировал внимание бы на коленках. Вот это передача бы была. О! А почему? Почему улетело? Так. Есть! Отлично! Ох, ракеты хоть туда улетели. Немного потрепало, но в целом мы хотя бы сняли его. То есть, сам факт того, что мы его хоть и сняли, хоть и понесли урон, говорит о том, что мы хотя бы сэкономили хоть какую-то часть здоровья. Это не может не радовать. Так, вот этот надо убрать весь мусор. Перезарядку надо прокачивать. И разрывные лучи ставить. Вот все-таки разрывные или зажигательные? Какой апгрейд ставить? Что будет более эффективным? Потому что разрывные, я не знаю, они и так здесь сами разлетаются. Век. Лучше ракетами атаковать, а то удар, они улетают. И потом их можно просто-напросто не достать, а очки теряются. Давай. Ну, немного осталось. Ой-ой-ой-ой-ой, какая-то открытая местность. Сейчас бы их только тут навалом бы отряд не высадили. Я так понял, мы не успеем. Ой-ой-ой-ой, опять... Обратите внимание на холерки! Айрон Хэт опять зум выкрутил. Так, есть минус шагоход! Она же турели. Осталось, знаете, чтобы... Когда каждый раз, когда я говорю шагоход, турель такая-то появлялась иконка, как их скобисов. Я турель, ёбая! Я себя идентифицирую как турель. Попрошу уважать, так сказать. Мои эти определения. Шагоход, который идентифицировал себя как турель, и турель, которая идентифицировала себя как шагоход, да? Так. Вот эта игра классная была бы. Еще варианты бы ответа бы добавить бы вот сюда. Вообще прям по ходу боя так. Три варианта. Выбираешь. Причем верхний геройский, нижний злодейский и так далее. Так. Ну давай. Не нравится мне это место. Прямо жди. Пошел вон! Прям жди беды, так и знал, что сейчас появится. Быстрее! Хотя, в принципе, уверенно идем. Ну, видимо, эта турель как бы должна была идти все это время. Но мы ее раньше времени. Отлично, отлично!
Сейчас надо посмотреть, сколько здоровья осталось. Но я так не особо пострадал, то есть тут как бы раз на раз не приходится. Не опять обратите внимание на коленки. Дрожь чувствуете? Новый уровень сложности открыт. Бонус забираем. Отлично. Вот это другое дело. Так, искристый забег прямо так, как надо. Здорово, теперь я хочу попробовать забрать здесь кристалл. Здесь я возьму, пожалуй, щит, потому что противник может быть очень серьезным. Кстати, 172. А, это этот заполнился. Шкала прогресса сезонного. Давайте этого возьмем. Улучшимся. Ну погнали. За зелененьким кристаллом. Ой, как они больно бьют-то. Ё-моё, да вы чё? Жесть какая. Балдеть как... Слушайте, я тут так могу довольно быстро отъехать. Тихо. Да... Давай! Едем! Нормально он так вмазал. Неплохая пушка. Накапливаем. А то есть риск отъехать. Господи, он взорвался-то. Валенок. Оптимус валенок. Не повезло. Ну, хотя бы 1000 этих дали. Так, ладно. Да будет так! Ну, самое главное, искристый забег мы одолели. Это не может не радовать. Можно попробовать, кстати, ящик открыть. Может быть, что-нибудь дельное выпадет. А потом, смотрите, третьих два. Зачем мне эти белые? Давайте ящик откроем и глянем, что у нас там. О-о-о! Даже с таких ящиков могут эти выпадать, ничего себе! Нормально. Очень хорошо, правда, с деньгами, но это мы с лихвой, так сказать, компенсируем спецмиссиями. Вот, в общем, как-то вот так. Ссылки на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие крутые интересные прохождения снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Децент. Пока-пока. Давайте ящик откроем и глянем, что у нас там. О-о-о! Даже с таких ящиков могут эти выпадать, ничего себе! Нормально. Очень хорошо, правда, с деньгами, но это мы с лихвой, так сказать, компенсируем спецмиссиями. Вот, в общем, как-то вот так. Ссылки на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие крутые интересные прохождения снизу в описании под видео. Рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Децент. Пока-пока.